Хачапури – это традиционное грузинское блюдо, представляющее собой лепешку с различными начинками. Сегодня предлагаю вам приготовить хачапури с тыквой. Существует немало вариаций рецептов приготовления хачапури с различными начинками – рыбой, мясом, сыром, творогом. Хачапури с тыквой не такие популярные, но они получаются очень вкусные. Рецепт приготовления достаточно простой, понадобится совсем немного времени и ингредиентов. Подавать хачапури можно со сметаной. Подготовьте все ингредиенты. Тыкву мелко нарежьте или натрите на терке. Разогрейте сковороду и обжарьте в течение 50 минут. Тесто разделите на несколько частей. Возьмите одну часть теста, хорошо ее раскатайте, в центр выложите жареную тыкву. Аккуратно заверните края теста и тонко раскатайте лепешку. Хачапури с тыквой готовы. Приятного аппетита!